Всех приветствую, мои дорогие! Сегодня мы с вами готовим хлебушек. В теплую воду 35 градусов добавляем столовую ложку сахара, сухие дрожжи и даем постоять минут 10. Добавляем растительное масло, добавляем просеянную муку высшего сорта в несколько приемов, 1 чайную ложку соли с большой горкой, сметану жирностью 15% комнатной температуры, добавила 500 грамм муки, всю муку умесила. Нам еще мука понадобится для присыпки стола. Присыпим стол мукой и продолжим месить на столе. В течение 10 минут я тесто месила, на присыпку стола у меня ушло 140 грамм муки, у вас может уйти больше или меньше. Прикрываем пленкой или крышкой и ставим в теплое место. Тесто подходило 1 час 20 минут. Присыпаем стол мукой. Эта мука не входит в количество муки, которое будет указано в рецепте. Разделю тесто на 3 ровные части. Раскатаю в пласт. Толщиной приблизительно 5 мм. Сворачиваем в рулет. Форму я застелила бумагой для выпечки и смазала растительным маслом. Накрываем салфеткой и ставим в теплое место. Прошло 40 минут. Острым ножом делаем надрезы. И ставим в разогретую духовку до 210 градусов на средний уровень. В моей духовке готовились 30 минут. За 10 минут до готовности сверху прикрыла бумагой, чтобы верхушка не подгорела. Перекладываем на решетку, накрываем салфеткой и остужаем. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, мне очень будет приятно. Всем пока-пока!